Доброе утро, наступила пятница, программа с 7 до 10, Югра онлайн. Давайте посмотрим, что интересного происходило в нашем сегменте великого и ужасного интернета. По традиции мы начинаем с новостей. Одной из самых обсуждаемых тем в социальных сетях на этой неделе стали врачи. Все потому, что появился рейтинг самых востребованных специальностей в медицинских учреждениях Югры. Самые дефицитные профессии у нас в больницах – это неврологи и офтальмологи. На одну вакансию приходится примерно 0,06 резюме, то бишь практически их нет. Самые популярные профессии, то есть кого больше ищут, это 10% от общего числа вакансий – это терапевты. На втором месте вышеупомянутые неврологи и офтальмологи – 7%, и на третьем месте гинекологи – 6%. Если у вас есть друзья-врачи, которые ищут работу, пожалуйста, скажите им об этом. Теперь переходим к видео. Вот что я нашел на этой неделе. Ну, очень романтично. Главное, чтобы это было не рано утром, иначе соседи бы не оценили. Возможно, мы чего-то не знаем, и в Нижневартовске дефицит утюгов. Но выглядит, конечно, очень интересно. Мы уже видели дрифт на машинах, а вот на оленях это не такое частое дело в сети. Наступает весна, все тает, поэтому будьте внимательны и осторожны. Ходите под крышами с опаской. Видео в сети заканчивается, впереди весна, поэтому будет много интересного. Снимайте больше, снимайте чаще, желательно горизонтально, отправляйте нам, делитесь с друзьями. Все посмотрим, все покажу. Не болейте и гору вам лайков.